Да, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Появилась информация об ударе по Кременчугу, по торговому центру. Вот что вам известно на данный момент о том, что произошло? Произошел ракетный удар по Кременчугу, по торговому центру, в котором в момент удара находилось около 1000 человек, может быть, даже больше. Там там просто ад. Собственно говоря, ближайшая больница переполнена. Сейчас наши спасатели разбирают завалы, врачи оказывают помощь. Ну, просто жуткая трагедия. Что касается этого города, раньше он не мелькал так часто в сводках боевых действий. То есть чем этот город, ну, с точки зрения военной стратегии, тактики, интересен или неинтересен? Вот как можно объяснить удар именно по нему? А чем интересен детский сад в Киеве, по которому ударили вчера? Чем интересна многоэтажка, 3 этажа, которые вчера разрушили? Они рассказывали про то, что они нанесут удары по центрам принятия решений. Центрами принятия решений, видимо, оказался торговый центр, детский сад и 9-этажка в Киеве. Ну, это просто варвары, и они просто убивают, убивают, убивают. Вот есть первые данные о том, что там погибло более 50 человек. Еще как раз эксперты, которые комментируют ход этой чудовищной войны, они считают, что Путин переходит к концепции просто истребления. То есть если раньше там предпринимались какие-то попытки бить по военным базам, то сейчас все это осталось в прошлом. Действительно ли такая трансформация происходит, или это было с самого начала, как вы считаете? Да, ну, с самого начала, не посмотрите, что творилось в Буче, среди сколько этих варварских ударов, или когда по Одессе 1,5 месяца назад тоже жилой дом, где погибла одна семья, где была женщина беременная, ребенок 3-месячный. Ну, к сожалению, это Краматорск, ЖД вокзал, который кассетными бомбами они накрыли, кассетными ракетой с кассетным зарядом, более 50 погибших. Мне кажется, это было с самого начала, а сейчас еще добавилось то, что количество их какого-то точного оружия, похоже, уже там исчерпывается. И они все больше применяют еще советские ракеты. Вот в последнее время много атак с помощью авиационных ракет, вот этих Х-22, или как они там называются, которые выпускали еще в советское время с микроэлектроникой 60-70-х годов. Соответственно, о какой-то их там точности вообще уже говорить особо не приходится. Да им все равно. Они с самого начала били, бьют там, куда им кажется. Кременчуг они раньше атаковали. В Кременчуге находится крупный нефтеперерабатывающий завод. Но, то есть, атаковали именно это предприятие, а город не атаковали. А сейчас атакован сам город. Еще сейчас много информации приходит о возможном включении в войну Беларуси, но включении в полном смысле этого слова. И президент Зеленский обратился к белорусскому народу, сказал, что не позволяйте делать себя рабами. Насколько этот сценарий сегодня реален, и готовится ли Беларусь в прямом смысле вступить в войну, а не просто предоставлять свою территорию для российских баз? Сложно сказать. Мы видим, поступают сообщения, что туда снова планируется заезд российских военнослужащих. Мы видим активность, Лукашенко ездил к Путину. Мы видим, что после этой поездки опять был удар ракетный из Беларуси. В принципе, их достаточно давно не было. А теперь снова из белорусского воздушного пространства и из территории Беларуси наносятся удары. Поэтому риски есть. Мне кажется, этот сценарий все-таки маловероятным, но исключить его, конечно, нельзя. И Путин точно этого хочет. Я думаю, что Лукашенко все делает, чтобы это не произошло, не потому что он любит мир, он такой же мясник и подонок. Просто он боится, он понимает, что белорусская армия вместо того, чтобы идти в Украину умирать, может пойти на Минск убирать Лукашенко. Поэтому он понимает, чем чревато для него лично это вступление в войну прямое. Но полностью исключить это нельзя. Он, к сожалению, полностью зависим от Путина. Поэтому мы готовы к любому развитию событий. Но, конечно, тяжело, и это станет еще одним тяжелым испытанием для нас.
Президент Зеленский сказал о том, что эта неделя может быть решающей. Что может произойти в течение ближайших дней? Какие сценарии рассматриваются и чего опасаются? Ну, мне кажется, что эта неделя решающая с той точки зрения, что вот сегодня уже есть решение саммита G7, и завтра стартует саммит НАТО в Мадриде. Саммит, который принимает новый концептуальный документ, и где Россия перестанет быть партнером, а, наверное, станет врагом и источником угрозы и опасностью, и противником для НАТО. То есть с точки зрения дипломатической, действительно, эти дни очень-очень важны. С точки зрения военной, я не знаю о каком-то кардинальных новых событиях, но очень тяжелые бои проходят на Донбассе. Нам фактически уже пришлось оставить Северодонецк. Сейчас идут тяжелые бои за Лисичанск. Если нам придется оставить Лисичанск, то фактически уже вся Луганская область будет оккупирована Россией. Еще обратили внимание на вот этот ночную поездку Путина в Кремль. Кто-то говорит, не надо придавать этому значения. Другие эксперты, наоборот, считают, что это было очень важное такое явление. И с этим связаны какие-то предстоящие события в Украине. Как вы считаете, принято ли какое-то новое решение по Украине со стороны Путина? И следует ли вообще обращать внимание вот на такие факторы, как эта поездка? Нет, это нам не интересно, его эти поездки. Его поездки не меняют одного. Он хочет уничтожить, но только давайте говорить не про Украину. Он хочет уничтожить Украину для того, чтобы дальше превратить украинцев в пушечное мясо и дальше, чтобы напасть на Латвию, Литву, Эстонию, Молдову, Грузию. Для того, чтобы дальше уничтожить эти страны. Для того, чтобы взять уже жителей этих стран в пушечное мясо и дальше пойти на Польшу. Вот вся логика этого человека. Те, кто еще... мы это говорили годы, нас не слышали многие, к сожалению. Но теперь уже, мне кажется, пора это понять и запомнить. И он там может приезжать в Кремль, уезжать из Кремля. Он это социопат, чудовище, которое хочет отстраивать эту империю. Человек, судя по всему, не в адеквате. И он все поставил уже на эту карту. И все, поэтому... Впереди тяжелое время, но не только для Украины, а в принципе для всего региона. Огромные вызовы для мира от этой зомби-империи и ее зомби-императора. Ну, кстати, насчет Запада, как вы оцениваете действия Запада, решимость Запада, помощь со стороны западных стран Украине, насколько, скажем так, она достаточна или недостаточна сегодня? Мы благодарны за всю помощь, которая поступает, а насколько она достаточна, будет очень легко понять. Когда мы остановим Россию, она станет ясно, что вот уже ее, ну, вот более-менее. А когда мы начнем Россию выбивать с нашей территории, будет понятно, что помощи достаточно. Раз мы сегодня еще не сможем остановить Россию на Донбассе, значит, и помощи недостаточно. Ну, тут что сказать, возьмите Германию. Вот нам сейчас Германия наконец-то передала тяжелое оружие, ведись гаубиц, лучших в мире, панцерховицер 2000. Только их 7. А у нас 1000 километров фронт. 1000 километров. Я сегодня видел инфографику, там было даже, по-моему, 2500 растянулся фронт. Может быть, это ошибка? Ну, как считать? Считать ли все побережье Черного моря? Или, ну, в любом случае, речь идет о огромном-огромном фронте, как во времена Второй мировой войны. Скажите, может 7 гаубиц каким-то образом изменить ситуацию на такой войне? Ну, что касается американской помощи, потому что США тоже и ленд-лиз должен скоро начаться, и оружие уже поставляют. Вот чего не хватает со стороны США и как оценивать помощь Америки? Она, ну, наиболее активна, если мы говорим западный мир, конечно, подразумеваем США в первую очередь. Еще раз, мы благодарны за любую помощь, но США, например, начала предоставлять HIMARS. Это мощная артиллерия, системы, ракетные системы залпового огня. Мощные, реально эффективные. Но только пока суммарно США, Британия и Германия нам предоставили 11 их, если я не ошибаюсь. Еще раз, 11. Ну, это тоже, я скажу вам, совершенно недостаточно. Мы надеемся, что дальше их будет больше. Сегодня очень важное заявление появилось от помощника по нацбезопасности президента США Салливана, который сказал, что Украине наконец-то США передадут ПВО средней и большой дальности.
Мы не знаем, о чем идет речь до конца. Там есть вариант, что там норвежская ПВО-система. Но в любом случае это шаг вперед, потому что и противоракетной обороны. Потому что вообще у Украины противоракетной обороны очень плохо. Вообще то, чем мы сбиваем часть российских ракет, это вообще-то противовоздушная оборона, то есть против самолетов. С противоракетной обороной у нас совсем дела плохи. И вы видите результаты, вот новая жуткая трагедия в Кременчуге. Поэтому просто, чтобы защитить даже мирных жителей, спасти людей, это просто из гуманитарных соображений Украину сегодня нужно обеспечить именно противоракетной обороной. И мы видим, что появляются подвижки. К сожалению, они появляются уже после того, как не одна трагедия произошла, и вот новая. И сколько еще произойдет, пока они к нам приедут, мы не знаем. Что касается преимущества российской армии в артиллерии, потому что как раз все эксперты говорят, что эта война прежде всего ведется артиллерией, тяжелой артиллерией. Насколько велико преимущество в системах у России сегодня? Вот вы сказали, что... Я не могу вам назвать цифры, но на России количество их стволов и систем, ракетных систем залпового огня исчисляется тысячами. То есть тысячи бьют по Украине сегодня? Вот так. Да. Тысячи бьют по Украине сегодня. Каждый день. Ну что ж, спасибо вам большое, что вы нашли время и вышли в наш эфир. Да, благодарим вам. Вас. Алексей Гончаренко у нас был на прямой связи. Спасибо. До свидания.